второй, четвертый день добираюсь. Вчера въебал банку, блядь, конопляного энергетика. А теперь бегу на Бруталосаур! Здесь где-то должны пройти фанаты группы «Батюшка! Батюшка!» Фанаты группы «Батюшка!» Хочу пристроиться к ним. Если кресты будут бить, они меня сами возьмут. «Батюшка! Я с вами!» Здорово, пацаны. Я нахожусь в Праге. В очень интересном месте. Называется Лапковик Гарден. Я не знаю, почему так называется. Лапковые сады, хрен его знает. Или лапковые сады, но не лапковые воши. Лапковик Гарден. Вот в этом Лапковике Гардене есть, короче, Петрин Тауэр. Самая высокая башня, короче, Праги. Раньше, короче, на этом месте было капище Перуна. Здесь, наверное, какие-то язычники, что-то тут жертвы какие-то приносили Перуну. Короче, забирался я сюда, ну, битых полтора часа. Дурак на фуникулёре не поехал, потому что, блядь, деньги нахуй не мог поменять, блядь. Евро не мог, блядь, поменять на ихние тут местные гульдены или кроны, во. Короче, блядь, как долбоёб, блядь. Лазил, блядь, полчаса, блядь, туда-сюда, туда-сюда. Обменников нет ни хрена, вернее, автоматы стоят, терминалы, но они только карты принимают. А карты я, блядь, ну, короче, в номере оставил. Полный карман евро. И не знаю, что с этим евро делать. Захожу в магазин, евро берете, они такие, ноу, ты что? Евро, короче, нихера, блядь, не канает. Говорит, блядь, вот, типа, блядь, 100 евро, короче, говорит, жопами подарили. И, типа, иди отсюда. Я думаю, ну, хрен его знает. Подошел к фуникулеру, ору, блядь, за 100 евро, говорю, кто меня на этом фуникулере поднимет? Они мне говорят, на тракторе езжай. Вон, говорит, едет, блядь, с ковшом какой-то. Короче, в Чехословакии, я так понял, евро нихера никто не любит, блин. Ничего с ним не сделать нельзя. И я такой думаю, ну хрен, если уж если как попадать-то, думаю. Смотрю, люди в гору лезут, думаю, дай как к ним пристроюсь. Короче, полез. Лез в эту гору, блин. Я только в армию на такие сопки залазил, блядь. Ну, блядь, ну уже сноровку-то потерял. Как бы время много прошло, блин. Раза два отдыхать садился так. Водички попью, такой очахну, сигареточку покурю, дальше попер. И вот все лезу и думаю, ну здесь залезу, короче, а тут, наверное, вообще райские кущи какие-то. Залез, вот стол деревянный, блядь. Нихуя больше нету. Думаю, где тут капище, блядь, какие-то вон угли лежат, блин, непонятные, блядь. Вот это вот, наверное, вот капище вот это и есть. Ну, стена, да, есть. Но у нас таких-то стен в Соборовской крепости, блядь, как конь наеб. Короче, непонятно. А в карте вот написано, блядь, ебанической хуйни достопримечательность. Вот какая-то вышка, блядь. Да у нас таких-то вышек, блядь. Этих, блядь, сотовой связи, блядь, тоже понаставлено везде. О, написано, во. Вот здесь вот сейчас нахожусь. Как бы так, а вот лапковые, лапковик гарда. Вот как это вот такая вот фигня. Я вот если знаю, вот если бы я в Москве вот 100 евро показал бы, меня бы на руках вот, блядь, занесли бы на эту башню, блядь, 4 мужика крепких. Поставили и еще сигарету подкурили бы. А здесь вообще что-то ни хрена, короче, как-то так. Ладно, все это была шутка, конечно. Здесь очень даже прикольно. Просто я сам решил себя проверить, смогу я подняться на такую высоту пешком.
как бы так. А теперь вниз будет спуск такой. А, кстати, короче, когда я лез, у них все вот это вот холмы, они сливовыми яблочными деревьями, короче, блин, усыпаны. Ну, сливы, яблоки, там люди какие-то собирают. Можно яблочко сорвать, пожрать. Можно сливку уже собранную из ящичка спиздить, тоже съесть. О, кул. Приезжайте в Прагу и лезьте пешком, фуникулер не ваша тема. Чуваки, завтра 7 августа я покину эту бренную Прагу и поеду на Брутал Ассаульт, потому что он завтра начинается, первый день. В первый день хочу попасть на такую группу, как Хипокризия. Хипокризия с 2000 года как бы люблю. И плюс мне нравится проект вокалиста. Но если кто не знает, то у вокалиста Хипокризии есть проект Pain. Ну, все, наверное, эту песню знают, про инопланетян. Ну, такая тема. Вот они будут играть завтра. Но они будут играть ближе, сейчас я даже скажу во сколько. В 11 часов они будут шуровать. В 11, там, в 12 часу, как бы так. Также, наверное, я соберу свою всю волю в кулак, посмотрю группу «Батюшка». Там у них что-то какие-то замены, перемены были непонятные. Ну, думаю, все они там устаканили. Если они на Брутал Ассаульте там выступают, значит, «Батюшка» еще функционирует. Ну, как бы я во второй половине дня туда попаду и, скорее всего, на «Вое» вот попаду. Хочу вот посмотреть на стариканов, как они там сейчас играют, блин. Также будет Джинджер, ну, Джинджер модная тема, блин, все любят эту девку, скачущую, кричащую, как бестия. Ну, из таких еще, наверное, я успею, Cult of Luna, я не знаю, если кто не знает, то наберите в интернете, посмотрите, что за группа, тоже вроде неплохая. Завтра буду пить пиво, сходить с ума. Жару там обещают какую-то дикую, 28 градусов, я не знаю, все люди в черном там, блин, как это все там выдерживается, не понимаю даже. Ну, там есть замок, наверное, все будут прятаться в тени. Ну, все, будут пацаны.